Здорово, чуваки, с вами Хризор, йоу! Вот я и снова на том самом месте. Конечно, не хотел я сюда никогда больше возвращаться, но пришлось, потому что снова слушок один прошел. Что же это за слушок такой? Сиреноголовый-то наш обзавелся потомством. Пиздец, да? И теперь появился не сиреноголовый, от него вы не подумайте, а унитазоголовый. Что за пиздец? Ну и, короче, опять баба Зина мне все мозги проела этим унитазоголовым теперь. Мол, вот, ходила в лес, какие-то там какашки, говном везде воняет. Ну и чё, блядь? Говном везде воняет, это Россия. Но, говорит, потом увидела какого-то этого гиганта, ну не гиганта, прям, ну какого-то такого чувака с унитазом на башке. Все, унитазоголовый, все, начали все унитазоголовый. Теперь унитазоголовый здесь где-то бродит, ходит. Ну и шо? Шо-шо. Ах, Хризор снова взял яйца. Куак! И решил отправиться на поиски. На поиски унитазоголового. Она сказала то, что видела его в противоположной стороне. А именно вот в этой. Сиреноголовый я встречал вот там. Так, это что у нас, кровищ? Нет? Нет, хрень какая-то. На всякий случай, мы же уже знаем. У меня тут тетрадь смерти, только она немного у меня уже укатилась. Вот она. А если что, я его сразу прибью. Ну, скорее всего, он не умрет. Но я его оглушу, если что. Это пойдет вдруг не так. А у нас ведь всегда все идет не так. Верно я говорю? Верно. Так, ладно. Что же за унитазоголовый? Какие у него характеристики? Ну, в принципе, все то же самое, как и у сиреноголового, только у него унитаз вместо сирен. Ну и как бы он воняет говном. Ну, мы, думаю, учуем его. Если он здесь есть, конечно же. Но баба Зина... Я, в принципе, уже верю в бабе Зине, потому что она уже тут в нашем городе самая популярная очевидица. Так, ну ладно, мы идем в лес. Так. Опа, на. Опа, на бамбуча. Так, там никого нету. Hello! Yo! Так, ладно. Блин, я не знаю. На самом деле, хочется не возиться, как тогда я возился. Хочется сразу как-то, знаете, узнать, есть он здесь или нет. Этот унитазоголовый, что это такое? Что это? Кирпичи какие-то. Ладно, хер с ними. Так, блин, вот тетрадь смерти, вот. Она проваливается у меня. Так, ну что? Где ты наш унитазоголовый, голубчик? Давайте... О! Нихера себе грибочки. Ну, грибочки мне не нужны. Хотя можно было упороться грибами. Знаете, здесь какую тусу устроить с этими сиреноголовыми, унитазоголовыми. Ну, как, кстати, я и предполагал, что появятся всякие эти унитазоголовые, утюгоголовые и так далее. Что там такое? Колючки какие-то. Блин, нахер. Я не хочу никуда идти. Давайте я приступлю сразу к делу. Унитазоголовый! Если ты здесь, иди сюда! Это Хризор! Ты знаешь, что я с твоим отцом делал, а? Унитазоголовый! По-моему, если здесь кто-то есть из людей, он подумает, что я какой-то ебанат. А, так, ну, в принципе, все, я возвращаюсь, нахер это все. Опять колючки ебаные. Колючки, блядь, ебись от меня. Сука! Бляу! Вот ебаный ты в рот! Run. Отлично. Так, подождем.
Тихо. Я его убивать пока еще не буду. Надо немного последить за ним. Так. Тише, блядь, тут грязелка какая-то. Ну ладно, я иду за ним. Я медленно, но верно, я буду идти за ним. Так, ну что, я вроде бы до сих пор иду, он так меня и не услышал, пиздецкий как. Твою мать, он обосрался, походу! Ой, блядь, вонища-то какая, ёб твою мать! Все, блядь, сейчас я его нахуй прибью, в гандон, блядь. Вон еще прыгнет, твою мать. Ну че, засранец, все, пиздец. Пиздец, блядь, чувак. Где это яма? Пизда тебе! Коризон, мать вашу! Да! Да! Коризон! Коризон! Да. А, получилось. У меня все получилось. Баба Зина, респект. Привет. Все, иду домой. О, надеюсь, я больше сюда не вернусь. Никогда. До скорого.